Всем привет! Представляю анонс и дату выхода 20-й серии турецкого сериала «Ветреный холм». Ранее мы видели, как Халиль и Зейнеп находятся в довольно сложных взаимоотношениях. Оба теряют дискомфорт от тех отношений, что у них установились. Мужчина продолжает терзать девушку. Он берет ее за плечи и, прижимая к стене, говорит: «Игра окончена». Мы видим сцену, как сестра Зейнеп просит помощи у Аллаха. Она говорит: «Аллах, помоги нам». В следующей сцене мы видим очередную ссору Зейнеп и Халиля. Халиль на повышенном тоне говорит, что твоя сестра такая же лгунья, как и ты. Зейнеп отвечает: «Я не лгунья». Девушка также кричит мужчине: «Это ты слепой, раз не видишь истины». Следующая сцена показывает нам, как Зейнеп убирает в камине, а в это время Халиль с кем-то разговаривает по телефону. Он говорит: «Куда бы этот человек ни пошел, приведи мне его». Следующая сцена показывает нам, что с Халилем что-то случилось, ведь его рука находится в гипсу. Зейнеп подходит к мужчине и говорит: «Позволь мне помочь тебе». Но мужчина смотрит на нее с недоверием. Когда Зейнеп остается одна в доме, то она ищет ключи от автомобиля в курточке Халиля. Девушка себе говорит: «Мне нужно доказать, что я невиновна, для того, чтобы избавиться от этой пытки». Но как только девушка выходит из дому, Халиль обнаруживает пропажу ключей. И он бросается ее догонять. Он ее ловит и заводит в дом. Но девушка пытается ему что-то сказать. Но Халиль говорит Зейнеп: «Замолчи». Девушка отвечает ему: «Ты бессовестный». Но Халиль очень зол, и он берет стакан в руку и разбивает его об стену возле головы Зейнеп. Премьера 20 серии турецкого сериала «Ветреный холм» состоится 26 января.